Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня в нашем обзоре от нашего интернет-магазина ageo.ru уникальный осциллограф мультиметр портативный от компании Fluke. Данная модель это 190-504S. Чтобы вы понимали, аббревиатура S обозначает дополнительные кейс, включая также софт дополнительный и дополнительные средства измерения. Вот. Это аббревиатура S, потому что очень часто задают, что такое S, что такое не S. То есть S это вот такой вот прочный кейс, и плюс еще будет идти софт. Вот. Что надо сказать об этих осциллографах? Это вообще первые в мире двух, 190 серия, это первые в мире двух- и четырехканальные портативные осциллографы для промышленности. Вот. Они обладают диапазоном частот 60, 100, 200 и 500 МГц. Вот 190-504 это у нас как раз частота 500 МГц. Вот. И отличаются они количеством гигавыборок в секунду. Данная модель позволяет делать 5 гигавыборок в секунду. То есть это топовая модель осциллографов 190 серии Fluke. Вот. На самом деле об их возможностях мы поговорим чуть позже, наверное. И не сколько у наших потребителей интересуют их возможности, а сколько комплектации, как это все выглядит. Да? То есть давайте откроем вместе с вами. Чтобы вы понимали. И тут ключи дополнительные, можно закрыть, как такой мини-сейф такой идет. Ключом открываем. Вот. Здесь у нас щупы. Вот. Так. Здесь вот сам осциллограф, кабель питания. Вот. И, соответственно, провода подключения к компьютеру, аккумулятор, зарядное устройство и сам вот осциллограф. Вот он такой интересненький. Вот. Сам, на сегодняшний момент аналогов от портативных осциллографов нету. Можем вот так открыть. Вот здесь. Вот как раз диск с программным обеспечением. Там инструкция. Да. Вот. В целом, как-то так. Очень так добротно сделаны щупы. Вот. Можно посмотреть. Вот. Кстати, насколько я знаю, уверен, эти щупы, они тоже идут именно в комплектации S. То есть, если вы задумались покупать данную серию осциллографов, рекомендую вам сразу купить S, там доплата небольшая, но у вас сразу будет кейс, щупы, программное обеспечение. Потому что без этого, мне кажется, смысла не имеет покупать. И вот немножко вот про ликбез такой у нас будет, чтобы понимали, есть вот серия 190 и дальше дефис 504 есть, 202, 104, 102 и 062. Они все отличаются полосой пропускания, количеством каналов и частота выборки в реальном времени. То есть вот данная модель 504 это 500 МГц полоса пропускания, 4 канала идут и 5 гигавыборок в секунду. И дальше другие модели есть 200 МГц, 100 МГц и 60 МГц полоса пропускания. И количество каналов 4,2 соответственно. И количество гигавыборок 5, 2,5, 1,25 и 625 гигавыборок. Вот, поэтому так, кстати, вот у этой модели есть 4 входа BNC для осциллографов и измерений. Так, вот. В целом, наверное, все. Включать мы его не будем, потому что для включения, наверное, нам понадобится стол с генератором сигналов. Вот. Откроем. Так, немножко. Покажем. Вот он. Вот. Вот. Очень удобно. Можете поставить его куда-то. Такой переносной. Вот, в руке держали. Вот. В целом, если у вас какие-то возникают вопросы,
наши технические специалисты всегда готовы ответить, там проконсультировать, можем бесплатный там выезд сделать, мы там практикуем нашим клиентам бесплатный выезд, демонстрацию, чтобы, как говорится, они увидели воочию, вживую, потому что прибор нет, не дешевый, да, и перед покупкой действительно нужно посмотреть, пощупать, вот. Все, тогда до новых встреч в наших новых обзорах. Вот, какие-то вопросы появляются, задавайте. Ссылка в описании на сам прибор, ссылка в описании на наш интернет-сайт со всеми контактами. Вот. Если будет у вас какие-то вопросы, смело звоните, задавайте. Вот. Можем провести как диагностику, как, точнее, демонстрацию, так и как и техническую консультацию, насколько это вам нужно, не нужно. И у нас есть куча других приборов и осциллографов и других мировых компаний. Все, всего доброго, спасибо.